Подожди. Травоядная собака. Обратите внимание. Это у ягода. У нас плоскозубый, да? Любишь ягоды? Понял секрет. Как на где хозяева берут вкусняшку, да. А так и запишем. Таксы любят крыжовник. Не только морковку, яблоки. А морковку он может выкапывать потом. Так, не показывай ему, где растет морковка. А то у нас весь урожай уйдет с Патрика. И что команды за это делать? Да, можно пойти и поесть. Ну, может, вегетарианцем станешь, а, Патрик? Ай, не ты, что мам говорит, сразу же пойти. Урожай большой, на всех хватит. Травоядный, ну травоядная такса. Вкусно, да? Сейчас на следующий век передача. Ой, не могу. Ну, Патрик, ты даешь. Ты, ну, оказывается, совсем травоядный. Ну, видео снимаешь? Ага. Как же. А оно у тебя снимается? Да. Да. Уже 2 минуты. Патрик, вообще я разделяю его вкус. Крыжовник — это очень вкусно. Да, очень вкусно. Какие там команды? Берешь и ешь. Растет столько, просто так.